В Ульяновском спортивном клубе «Товарищ» традиционный вечерний аншлаг. Кикбоксеры нескольких поколений проводят свою тренировку. Вот только атмосфера необычная. Именно этим занятием для сборной области начинается финальная часть подготовки к домашнему чемпионату России. Приготовились. Передняя нога, передняя рука. Вольно. Время. Предстоящий чемпионат России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт» для Ульяновска исторический. В нашем городе соревнования такого высокого уровня пройдут впервые. Организаторы ожидают рекордную 1000 участников. В прошлом году в Красноярске было 700 человек участников, но это Сибирь. Ульяновск находится в центре России, поэтому до нас добраться очень выгодно и удобно, и мы ожидаем такое количество народу, более 1000 человек. Это очень хороший показатель для чемпионата России, то есть такого никогда не было. На правах организатора чемпионата Ульяновская федерация намерена выставить самую представительную команду – около 40 кикбоксеров. Правда, не числом, а умением планирует взять хозяева. Один из фаворитов в борьбе за золото – трехкратный чемпион страны – Алексей Трифонов. К домашнему чемпионату он готовится по накатанной программе, без суеты, без надрыва. Говорит, фактор родных стен не расслабляет, но стимулирует. Я думаю, на этом чемпионате России на благосклонность судей рассчитывать нельзя, так как будут отбирать сильнейшего. По итогам чемпионата России первые номера поедут на чемпионат Европы. И там будут уже представлять команду России, а не именно своих городов. Поэтому, я думаю, нам нужно рассчитывать самим на себя. На ближайший месяц тренировочный график Трифонова уже расписан. Сначала он позанимается в Ульяновске, потом уедет в Свердловскую область, где будет спарринговать со спортсменами сборной страны. Вместе региональная команда соберется в Ульяновске за несколько дней до начала чемпионата. Во взрослых соревнованиях, конечно, у нас чемпион России прошлого года в разделе «Лайт Контакт» Игорь Копылов, Андрей Батяев, как бы тоже чемпион России в разделе «Лайт Контакт». Я думаю, что они тоже займут достойное место на пьедестале, но вот какого достоинства будут медали, покажет чемпионат. Но пока у сборной области есть целый месяц, чтобы тщательно подготовиться к главному старту страны. Его начало намечено на 8 апреля. Михаил Рсашанский, Максим Архипов, Чемпион ТВ.